Похвальные грамоты, цветы и выступления творческих коллективов города. Накануне во Дворце культуры «Юбилейный» состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Лучший двор, дом, подъезд». ТСЖ, управляющие компании, жители домов устанавливали клумбы, лавочки, обновляли детские площадки и проводили субботники. В этом году было подано 118 заявок. Это рекорд. Конкурс уже стал традиционным. В этом году он прошел в 19-й раз. С каждым годом количество тагильчан, желающих принять в нем участие, растет. Конкурс «Лучший дом, двор, подъезд» он у нас проводится дважды в год. Зимний к Новому году и летний, это ко дню города. То есть этот период, значит, жители, управляющие компании проводят работы по благоустройству дворовых территорий, подъездов, домов самих, ну и заявляются на конкурс на звание «Лучший». Награды получили и те, кто украшал придомовые территории к Новому году, а также занимался благоустройством и оформлением дворов, домов и подъездов ко дню города. Конкурсная комиссия отметила красочное тематическое оформление стен, которое служит напоминанием о том, что чистота, комфорт и уют в домах зависят непосредственно от жильцов. У нас очень активные жители, у нас все сажают, все делают своими руками. У нас была федеральная программа, асфальта сделали много, зелени никакой. Поэтому это все, что сейчас вокруг дома, это все благодаря нашим жителям. Только они. Они такие молодцы, такие активные. Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин вручил специальные дипломы отличившимся участникам. Он отметил, что главная цель этого конкурса – вовлечение как можно большего числа тагильчан в создание уюта и комфорта в наших домах. В этом зале собрались те жители, которые не просто хотят, чтобы город наш становился краше и уютнее, они действительно это делают своими руками. Спасибо вам огромное, что вы неравнодушны к тому месту, в котором проживаете. Действительно, благодаря вашим усилиям, то место, где вы живете, становится краше, от этого город становится ярче, красивее и комфортнее. Полина Зорина, Вадим Усков, Евгений Ренев, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ.